Таджикистан доверяет российской вакцине. Об этом заявил премьер-министр страны Кахир Расулзада и обратился к своему коллеге Михаилу Мишустину за содействием в обеспечении Таджикистана российскими вакцинами. В Таджикистане массовая вакцинация населения началась с конца марта этого года. Используем вакцину AstraZeneca, британско-индийского производства, которая досталась нам по линии Всемирной организации здравоохранения. Вместе с тем, не скрою, что население Таджикистана больше доверяет именно российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин. В столице Татарстана в эти дни проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Сегодня в узком составе, а завтра в расширенном. Участники обсуждают актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕС.